Наверное, немногие слышали такое слово, как кроссбукинг. Говоря по-русски, это обмен прочитанными книгами. То есть, например, читатель может принести любую прочитанную им книгу и оставить в библиотеке, а взамен взять любую другую понравившуюся ему книгу и, например, ознакомиться с романами Фенимора Купера. Несколько лет назад в библиотеке Маяковского стоял стеллаж, где читатели могли обмениваться прочитанными книгами. Эта инициатива была известна посетителям под названием «Читатель дарит читателю». Этим летом библиотека вновь запустила эту акцию под новым именем «Книга – лучший подарок». Теперь горожане могут подарить вторую жизнь своим книгам из домашней библиотеки. Если они пылятся на полке и не востребованы, то почему бы не предложить их кому-то другому, кому они будут нужнее? Стеллаж для таких книг находится в фойе библиотеки. Желательно, чтобы это были книги в твердой обложке, в хорошем или в отличном состоянии, потому что согласитесь, что самим всегда приятно взять в руки хорошую книгу. Тем не менее, старые книги тоже востребованы. В библиотеке готовы принять и классику, необходимую для школьной программы, и детские книги, которые больше не переиздаются. Если книга понравилась, ее можно оставить в своей семейной библиотеке. В противном случае книгу всегда можно вернуть обратно и выбрать новую. И большая просьба, что если люди будут приносить, ну, скажем так, много книг, не одну, две там или пять, то желательно подходить на абонемент к библиотекарям и говорить, что принесли книги, потому что, ну, будем постепенно подкладывать на этот стеллажик, выставлять книги, смотреть, может быть, какие-то из подаренных книг возьмем себе в фонд библиотеки, если у нас необходимость в таких книгах. Планируется, что акция будет бессрочной. Пока что приносить книги на обмен можно как минимум до конца этого года. Этим летом библиотека Маяковского проводит множество других мероприятий. Так, 4 июля в 16:00 будет организован летний читальный зал, посвященный Дню семьи, любви и верности для лиц старше 60 лет. Будет беседа, в которой узнают о святых Петре и Февронии. Будут различные интерактивные задания познавательный, и также будет мастер-класс «Ромашковое настроение», где все желающие сумеют сделать открытку с ромашками и оставить ее себе на память или подарить своим родным и близким. 8 июля в 13:00 пройдет мастер-класс «Хобби-мастерская. Подарок на отдарок». Посетители смогут изготовить народную куклу. А по вторникам в библиотеке Маяковского организуется игротека интеллектуальных настольных литературных игр «Литолки». Участвовать могут все желающие. Возрастное ограничение 6+. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.